И всем привет, с вами Wages of Sin. Мы продолжаем играть в This War of Mine. У нас 9-й день. Пока все более-менее хорошо. На нас не напали. Мы сходили в гостиницу. Спасли человека. Надеюсь, нам это, так сказать, хорошим обернется. Чё ты не спишь, спи. Ой, господи, как вы меня бесите иногда. Как не хочу спить, я сказал. Так. Давайте этот хреновину посадим. Удобрение, точнее. Нам еда не нужна. У нас все есть. Не вариант. Печки до сих пор нету. Так, что у нас не хватает для еды? Топлива только не хватает, да? И, в принципе, одного фильтра. Давайте сделаем один фильтр. Тут давайте сделаем. Ну-ка посмотрим, он нам сэкономит или нет. Может быть, все-таки сэкономит. Так, что ты, если будешь делать из этого? Такая же херня. Сейчас. Ты давай фильтр тогда применяй. Чтобы у нас водичка была. Для того, чтобы еду сделать. Торгаш, отлично. Раз, два и три. Спокоен. А что значит спокоен? Что это вообще означает? Они все равно стары, нам это было нужнее. Это точно. Господи, у меня какая-то команда такая убитая. Есть у нас хоть немного еды? Мне надо поесть. Мне не важно, где и как Арика достала припасы. Я рад, что она не вернулась с пустыми руками. Это правильный подход, кстати. То опять ныть начнут. Я был оптимистом из тех людей, которые готовы были клясться, что войны не будет. Войны всегда случались далеко, в странах третьего мира. Или так я думал, даже когда я слушал, как новости становились страшнее день ото дня, я не верил тому, что должно было случиться. Ну, так как ты приготовил, давай и кушай тоже. Поэтому давайте не терять время зря. Давай, чё? Чё у тебя есть? Всё неинтересно, иди домой. Ни одной самокрутки, ни одной, мать вашу, самокрутки. Вы чё, охерели, что ли? Я вам их больше не буду брать. Идите-ка вы в задницу. Пипец. Так, подождите, у меня чё, ещё и спирт кто-то выбухал? Знаете, я тебе за это ничего не предложу, мне ничего нету, я тебе ничего давать не буду. Иди вообще в задницу. Все, иди отсюда. Кыш.
Не искушай меня. Ты спать не хочешь, да? Ты хочешь кушать? Иди кушай. Иди пока посиди. Ты хочешь есть? Иди кушай тоже. А на четвертый у меня вообще не рассчитан дом. Бруно, кстати, вылечился. Это хорошо. Спокоен, голоден, устал. Слушайте, идите нафиг, вы их шмалите, как хрен знает что. У нас тут война, а вы сигареты жрете просто килограммами. Ну и сядь тогда. Так, я должен подумать, что мне надо. Так, чё мне надо, чё мне надо, чё мне надо. Печку нам пока не надо. Давайте послушаем прогноз погоды и подумаем, может быть, печку всё-таки придётся делать. Classic music. Прохладно, облачно. Хорошо. Ну, в принципе, погода нормальная. В осажденном Погорении наблюдается растущий дефицит кофе. Ожидается рост цен на кофе на черном рынке. Как будто мало войны, в Погорении резко вырос уровень преступности. Поступают сообщения о разбойных нападениях и грабежах. И что мне делать? То есть что у нас кофе сейчас? Дефицит. Надо думать, надо думать, надо думать. Что нам нужнее? Нам точно надо будет. Хрена себе компонента для пистолета. Нам нужно улучшить вот эту хреновину. По-любому. Для этого как минимум надо 6 досок, 8 компонентов и 4 шестерни. Ну, в принципе, все, я понял. К нам больше уже никто сегодня не придет. Господи, какое заунывное радио. Ужас, ужас. Невозможно такое слушать. Ладно, что, завершаем день. Ты охранять. Ты спать. Ты охранять. Ты добывать. Так, а если мы сейчас возьмем медицинские компоненты, что мы сможем на них обменять отдельное? Я, в принципе, и так у них все спереть могу. Так ведь, так. Давайте попробуем, что ли, добывать пойти. Ничего вообще брать не будем с собой. Все то же самое. Нет у меня ничего. Тут, надеюсь, все так же открыто. А то это будет неприятным сюрпризом. Если тут все закрыто.
Так. Это нам тоже пригодится. Или нет? Нет, не пригодится. Да нахер я это взял? Еще эти самокрутки, да не дай бог. Это мне надо. 6 досок, я говорил, минимум. И тут, по-моему, большой склад такой, да? Блин. Это хорошая штука. Ладно, давайте попробуем так. Я надеюсь, мне это все, что мне нужно. Давайте закроем дверку. Типа так оно и было. И давайте побежим к выходу. А куда ты побежала? Там тоже есть выход? Хорошо, давай так. Так, и у нас день 10. Надыбали всего помаленьку, но провизии сегодня нет. Так, на нас напали. Кто-то пытался, они не шутили, но мы смогли отогнать их. У нас не было, у нас было немного оружия, но всех не хватало, никто из нас не ранен. Гранимителям не удалось ничего унести. Мы способны защитить себя. Ты голоден, да? Мне нужно, чтобы ты это улучшил. Ты спать. Ты спать. Ты спать. Или ты уже был? Ты не была. Ты спать. Ну чё, вот у нас и пистолет появился, видимо. Пока что давайте хотя бы его. Каску нам вряд ли получится. Блин, странно, что я не могу сразу же готовый пистолет найти. Чё, у меня еще один пистолет можно сделать? Да ладно. Так, на дробаш уже не хватает. Ну, давайте еще один пистолет восстановим. Блин. Нет. Надо ждать торгаша, выменить у него доски, сделать топор, расхерачить все, что есть в доме. И, быть может, нам еще на что-нибудь хватит. Тем более, что осталось ждать недолго. Но если не придет, будем сидеть и плакать. Так, нам нужна еда. Ты иди пока поешь, твоя порция вчера была не съедена. Так, ребятки. У нас же пистолет есть, и у нас есть патроны к нему. Так. Все сюда. Женщина спит. Сейчас посмотрим, что за ополчение. Быстро сюда. Давай, открывай. Ну, говори, что хотел.
Несколько дней назад в этом районе из контейнера гуманитарной помощи были украдены припасы. Эти припасы имеют высочайшую ценность для нас. За поимку вора назначена награда. Нам сообщили, что один из ваших соседей ошивался около контейнера. И у нас есть основания полагать, что это был он. Вы можете подтвердить наши подозрения? Все за еду. Указали всему вайсенскому народу услугу. Ага, окей. И вам пока. У нас есть еда, у нас есть еда. Правда, соседа больше нет. Но зато у нас есть еда. Блин. Все, теперь я понял, что к нам точно никто не придет. Мы сдали соседа. Юху. Так. Только не говори, что вы сейчас все выкурите. Стоящим табаком в военное время часто заменяет деньги. Вот я бы тоже ей обменялся, между прочим. А вы сволочи. Ее сейчас возьмете и выкурите. Так, еда у нас есть. Нам нужны компоненты, опять же. То есть опять пойдем, опять наберем чисто деревяшек и чисто компонентов. Блин, был бы у нас хоть один добытчик, было бы намного проще. У нас вообще никого нет. Ладно, давайте завершать день. Опять ничего нового нету. Хранять. Ты добывать. Материалы. Запчасти, горбольница. Давайте попробуем. Так. Говорят, что он до сих пор действует. Может быть, это просто слух, что оно. Она, больница-то. Я могу пройти? Хорошо. Я бы еще поговорил, если бы можно было с вами. Да я как бы и не шучу, я просто обыскиваю всякую пакость, которая вам не нужна. Мне вот, допустим, еда нужна. А вам она, походу, без надобности. Да ведь, рубяты? Солдаты. Хорошо, хорошо, я ничего не возьму. Я же могу пройти? Вот и отлично. А если я обыщу? Ничего дельного. Ух ты, у нас доктор есть. Видите себя прилично, вы в больнице, хорошо? Здесь у нас есть более тяжелый пациент. Ага, то есть ты все-таки нас лечить можешь. Но мы слишком здоровы для тебя. Привет. Как у вас дела? Угу, не думаю, что доктор Ефимов получает зарплату. Как ты угадал? По-любому нет.
Что есть? Нифига нету. О, давай, давай, дыши свежим воздухом. Да, я пациент. Как не знаю? Иди давай, все ты знаешь. Что произошло-то? Сюда же ты знаешь, как добраться? Док, свали, пожалуйста, нахер. Не-не-не-не-не-не-не. Угу. Так. Пошла вода в хату. Отлично. Да я не трогаю. Сволочи, этот возвращается, да? Так. По-моему, нам надо уходить. Нет? Смотрите-ка, еще не надо. Чистый спирт. Так, давай валить. Да твою-то налево! Да я ухожу. Спасибо, что дали уйти. А я у вас спирт спер. Ой, господи. День 11, всплеск преступности. Задохлик такой. Ах, черт, не могу больше, помогите. Слушай, ты мне... Кажется, она не выживет. Да, конечно, сейчас. Это моя единственная надежда, между прочим. Твою налево до сих пор ничего не... Блин, я же все сделал, чтобы ты выжил. Ты чё? Все плохо, если мы не найдем бинтов, я не выживу, пожалуйста, помогите мне. Да найдем и бинты, для тебя уж точно найду. В первую очередь. Так, хорошо. Это ты ничего не хочешь. Тогда иди ешь. Блин, капец. Вот ведь жесть. Все. Иди спать. Ты устал. Ты устал. Итак, что мы хотели делать? Надо вспоминать. Я вот не помню. Топор, 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 топор.
Давайте раскладываемся по местам. Да, все-таки я понял, что по два дня немного мало записывать. Будем по три. Особенно чем дальше, тем дни проходят уже намного быстрее. Так, давай, херач тут все. Отлично. Что еще разбить можно? Вот это можно разбить. 11:40, никого нету. Видимо, никого и не будет. Я бы с удовольствием поел. Вот все разобьешь, поешь. А пока не на что тебе есть. Такие все трое лежат. Ну, Арика, конечно, да. Если сегодня ночью наконец-то откроется этот долбанный военный городок, и возьму весь спирт и уйду обмениваться. Я очень надеюсь, что мне что-то дельное из этого получится. Если не получится, тогда вообще не знаю, нахрена я этот спирт копил. И Арику чуть не убил. Расхерачить. Да, вариант. Все, поспал. Да вы ублюдки, вы уже 12, капец. Я вообще вас ненавижу, курильщики чертовы. Все вы курите под ноль. Ова, выспались уже. Давайте заделывать дыры. 8, 2. Ну, если бы ты еще двигался пошустрее, вы охренели там вообще, по-моему. Если мы не достанем бинтов, Арик умрет. Нельзя этого допустить, она нам нужна. Да блин, кто бы спорил. Вы чё про Арику? Вообще всем пофиг, да? У нас, кстати, другой кто-то сегодня пойдет, видимо. Арика вряд ли в состоянии дойти и собирать это все. Нам повезло, что здесь не холодно. Давай быстрее, блин. Нам три дыры надо закрыть. Вон тут про холод что-то. Где? Быстрее, давно он не спал. Ты еще, возможно, мне будешь вечером пахать. Ну что, нам опять нужна еда. Нам опять нужна еда. Все, как говорится, за еду. Бруно, ты пойдешь, наверное. О! Отлично. Кто у нас обмениваться умеет? Давай повар пойдет добывать. Ты спи в кровати, ты охраняй. Ну, давайте дадим ему самогон. И спирт. Я вот не знаю, стоит ли ему ломик давать. Давайте попробуем. Не знаю, я тут первый раз.
Я уже не понимаю, на чьей стороне. Привет, ребятки. Я хочу с вами обмен устроить. Смотри, куда идешь. Это запретная зона. Запретно, запретно. Лучше принеси нам хорошие вещи на обмен. Я постараюсь, ребята, я постараюсь. Я тут все обыщу. Хорошо. Я сомневаюсь, что я смогу, допустим, вас атаковать или еще что-нибудь наподобие. Я же всего лишь хороший повар. Ты мне дашь консерву? Блин, что-то я не знаю даже. А, так ты даже на это меняться не хочешь? Вот оно как. Четыре хавки. Баян. Ты вообще баян, падла. Давайте. Блин, я не знаю. Без еды, что ли? А чё тебе интересней? То есть тебе самогон интереснее, чем спирт? Охренеть. Вот это прикол. А я-то думал, спиртяга. Блин, то есть вам самогон надо нести. Я подумаю. Давайте так. Так. Ну, как вы поняли. Ой-ой-ой. Все, я понял. А, отмычка нужна, да? Отмычечка, отмычечка. Блин, я не знаю, что делать. Охренеть вас тут. Может, вы уйдете все? Как вариант, конечно. Я в этом очень сомневаюсь, но вдруг с концами прям. Нет, ворота надежно закрыты.
Нет, уж до свидания. Еще и ждать буду, пока вы там на меня целиться будете. Итак, 12-й день. У нас есть дробовик, у нас есть патроны, у нас есть пистолет. В принципе, неплохо, но могло было быть и лучше. Кто-то пытался, это были крутые злобные ребята, но мы смогли отогнать их. К счастью, мы все были вооружены, никто из нас не был ранен, и грабителям не удалось ничего унести. Мы способны защитить себя, Арика. Ситуация очень серьезная. Ну что, а на этом мы завершаем эту серию. С вами был Wages of Sin, это была игра This War of Mine. Всем спасибо за просмотр, и всем пока!